Участок Транскама в поселке Мизур заставляет нервничать жители. Взрослые и дети то и дело перебегают через дорогу. На нескончаемый поток машин, среди которых много большегрузов, никто не обращает внимания. На федеральной трассе наличие лежачих полицейских, светофора и зебры не предусмотрено. Пользоваться подземным переходом большинство жителей отказывается. По их словам, он часто бывает захламлен и там нет должного освещения. Фонари работают только ночью, и то не всегда. Напомним, подземный переход был введен в эксплуатацию в 2002 году. После обращения жителей к главе республики Вячеславу Битарову его привели в надлежащий вид. Сделали освещение, построили навес над прилегающей к нему лестницей. Однако вопросы о состоянии подземки у жителей все же есть. В администрации поселка утверждают, что за подземным переходом смотрят в меру возможностей. Мы прикрепили туда человека, который занимается санитарным состоянием подземного перехода. И по просьбе родителей мы сейчас будем хотя бы днем одну лампу освещения, чтобы там было. Вместе с руководством школы сейчас организовано дежурство с утра и в обед, как дети идут в школу и со школы и переходят по подземному переходу. Но все равно, к сожалению, некоторые переходят все равно по дороге.